Și mereu pe care te-am mic în mâna școlie, și am pămișit în șalie, trei găsnași sunt în finanției dumneavoastră, slovă ca și Новое сотрудничество для новой жизни. Соглашение о взаимодействии между Домом молодежных организаций и центрами наркозависимых – это еще один шаг на пути решения важной проблемы – наркомании. Подписи в документах – тому доказательство. Мы проводим такие ярмарки, желающие приходят, мы приглашаем крупных бизнесменов, предприятий, где есть свободные места на Балкарите. В следующий год еще будет, поэтому. Плюс это, в следующем году – по молодежной политике, лучше для того, что мы хотим еще одну организацию открыть. Цыгыче, Куца, Болбя, Вашабыр, Натвин, которым мы мероприятия, организации, участники, волонтеры, сделали. Хонцанин, Никафи, Хиттерш, Балхейцы, Вещество. Сотрудничество призвано объединить усилия двух организаций в борьбе с наркоманией среди молодежи и помочь молодым ребятам вернуться к здоровой и полноценной жизни. Так они смогут попробовать свои возможности в грантовых конкурсах. Помимо всего прочего, ребят будут консультировать эксперты Всероссийского конкурса молодежных проектов. Армия, что я жил, это яхта, да, сейчас, что кошки будут жевать, что до года ваша новая центра, я приделал себе, что сейчас, что это или уху, или она, что я вам яхта, что полтора-два года ваша плата, рискованно, период специальный. На сегодняшний день в регионе с каждым днем ухудшается статистика наркомании. В Ингушетии зарегистрировано более 1000 наркозависимых, среди которых даже подростки и женщины. Представители центров надеются, что соглашение принесет положительные результаты и поможет решить актуальные проблемы в нашем обществе. Армия шахтана, сапедный, мотик, бол мотик, неси. Я дик соглашение, венда дух пейд бабур, мотик, я хочу. Есть должен был, любой до хамат, хокич ходу дали андре. От нашего центра, совместно проект, что ты ходу дутхо, вей мягко пейд мабур, хамди, здесь кич дух дали андре. Возможности станет еще больше, когда Дом молодежных организаций распахнет свои двери. Его открытие планируется в конце этого года. Центр обустроить оборудованием по последнему слову техники. Площадь перемен порядка 1000 квадратных метров. Данная организация и так проводит очень важную для региона работу, но, к сожалению, в ряд их мероприятий им иногда не хватает либо финансирования, либо организационной поддержки, либо информационной. Мы со своей стороны готовы их поддержать до участия грантовых конкурсов, от участия грантовых конкурсов до выделения им помещений для проведения их личных мероприятий. На сегодняшний день самым эффективным путем решения проблемы наркомании считается 12-шаговая программа. 11-й шаг как раз гласит ставить свои собственные цели. Хава Гагиева, Али Зязиков, МАГАС, 24.